Всем привет! Меня зовут Алена Котова, я актриса театра и кино. Вы наверняка видели меня в сериале «Улица» на ТНТ. Но с недавних пор я еще и блогер, и часто подписчики спрашивают меня, прибегаю ли я к помощи профессиональных стилистов или что-то могу сделать сама. Ну, конечно, на проектах нас делают специально обученные люди, делают нам прически, мейкап. Но вот сегодня я, к сожалению, без помощников, а мы идем с подругой в кино, и выглядеть нужно просто на все 100. Итак, сегодня мы попробуем сделать модную сейчас прическу «Небрежные локоны». Я, конечно, небольшой парикмахер, но интернет на помощь. Итак, всегда было интересно, как девчонки делают локоны с помощью простого утюжка. И посмотрим, что у нас тут есть про локоны. Всем привет! Сегодня я покажу вам, как делать красивые локоны с помощью утюжка в домашних условиях. Вниз головой, вот так. Вниз. Обязательно только. Ну, не бог весь, какой хороший локон. И вот так вот накручиваете и ведете. Ну, так, конечно, локоны получаются прекрасные, но не идеальные. Это мой старый утюжок. Обычно им делаю гладкую укладку, но сегодня будут локоны. Это все что угодно, но только не локоны. Кто-нибудь знает, что делать? Как сделать локоны просто? О, с этим видео. Уникальный выпрямитель Remington Curl & Straight Confidence S6606. Ваше решение – это создание потрясающего стайлинга. Наша интуитивная и уникальная конструкция 2 в 1 позволяет создавать волны, локоны или прямую и гладкую укладку. Длинные пластины имеют микронаправляющие гребни, которые обеспечивают быструю укладку за одно движение. Наши уникальные изогнутые пластины подойдут для всех, кто привык делать локоны и пудры с помощью классического выпрямителя, но не всегда получается желаемый результат. Но это прям при меня. Ну что, я думаю, что надо заказать. Я перенесу кино на завтра, сделаю пучок и буду ждать доставку. Всем привет! Мне привезли новый выпрямитель Remington из М-Видео. Давайте же скорее посмотрим, как он выглядит и как работает. О, какая красота! Так. Так. Встаем. У него правда изогнутые пластины и маленькие гребни. Вот мне кажется, с ним у меня точно все получится. Давайте подключим. Пока мне доставляли этот выпрямитель, я все прочитала. И могу вам сказать, что нагревается он очень быстро, за 30 секунд. Кстати, да, правда быстро нагревается. Есть функция повышения максимального нагрева. Она будет полезна, когда вашим волосам действительно нужно больше тепла. Здесь есть цифровое управление с дисплеем и 5 температурных режимов от 150 градусов до 230. Это обеспечивает необходимый нагрев именно для вашего типа волос. Конструкция интуитивно понятная, можно не уметь накручивать локоны. Они накручиваются как будто сами собой. Вот, смотрите, какой у меня интересный локон получился. Ультрагладкие пластины с антистатическим турмалином обеспечивают плавность скольжения, придают блеск волосам, защищая их от спутывания. Смотрите, какая еще здесь интересная штука, не нагревающийся наконечник. Пальцы обжечь невозможно. Вот какой локон у меня получился. Так, ну кажется, я закончила. Сейчас выключу стайлер. К слову, если вы забудете это сделать, он выключится сам через 60 минут. Немного взбодрю свои кудри. Ну что, кажется, неплохо получилось. M
видео. Нам не все равно.